И вновь доброго времени суток, вещает канал Нокомец Парадокс, и это игра Кости. Мы получили местную рассылку газетную. Отказаться от подписки мы не можем, да нам и не надо, в принципе. Нам интересно, что они там присылают. Правда, присылают все время одно и то же. Но это не особо страшно. Мы пропустили что-то интересное. Слышь, Юка, мы с тобой проспали. Шоу. Иго, Юка. Это голос Шинозаки. Юки, поторопимся. Хорошо. Да, мы пропустили фееричный фейерверк. Что? Что это? На полу оставлено липкое кровавое пятно, как будто кого-то тащили по коридорчику. На земле лежит какой-то металлический инструмент. Хаэш! А вот ты гвоздодир! Юка так спокойно спала, хотя ей так надо было в туалет. Я очень хотел в туалет, братик, я очень хотел в туалет, братик. Ну а так, и давай-ка я засну. А потом скажу тебе, что у меня уже все. Впритык. Места не осталось в пузырьке. Угу. Ой, пятнышко на стене. На стене огромное черное пятно, неизвестно, как оно сюда попало. Так как? Расплющали. Так, еще. Так, и где же наша... мадам? Где эта истеричная одержимая девка? Ладненько, поищем. Станки ученицы. Клочок можно найти. Бейджик. Мегаметиан, это ты? Ладно. Мужской туалетик. Ломай, руши. Yes, Юка. Ну вот, Юка, теперь ты можешь воспользоваться туалетом. О, слава богу. Ты долго, однако, терпела. Здесь нет кабинок. Майтана. И что теперь? Крусиона. Ты можешь еще немного потерпеть? Ого. Я выйду из дома. Ты даже снаружи, а ты сделаешь свое дело прямо здесь. Не могла раньше. Нет, я потерплю. Сука. Ладно. Только не терпи до предела, когда сильно захочешь, то придется сделать это здесь. Слушай, там есть ведро же, да? По краям зеркала образовалась толстая корка плесени и грибка. Только находясь рядом с ней, можно почувствовать себя плохо. Из раковины исходит снотворный запах. По краям зеркала образовалось. Что это? Те, кто игнорирует тьму, живущую в сердце каждого человека, рискует застрять в потерявшемся мире. В этом мире есть некоторые истины, которые необходимо знать, их нельзя нарушать. Любопытство может быть смертельно опасным, другая истина – неведение. Ясные записки больше не трогайте, избегайте сообщений мертвых, ибо они тоже часть проклятия, которые способны сокрушать любой разум и сильную волю. Если вы хотите сохранить свои здравомыслие, то не позволяйте любопытству взять верх над вами. Не читайте записки жертв, иначе вы закончите так же, как они. И Суари сильно забрызгана кровью. Да. В дополнение к крови в этом писсуаре находится смесь рвоты и кала. Ой, приятного аппетита кому-то. Записки жертв 3 из 5. Так, ладно, это последнее. Мицухару, похоже, что его действительно невозможно найти. Я думаю, что это правда. Вероятно, мы уже никогда не встретимся. Но, по крайней мере, я, кажется, понял, как могу связаться с ним. В одном из классов он оставил для меня сообщение на учительском столе. О, даже находясь в разных пространствах, мы можем так общаться. Но письменного общения недостаточно. Я скучаю по нашим боям, по нашим импровизированным бойцовским поединкам. Больше всего на свете я хочу увидеть его лицо. Какая драма. Я просто хочу, чтобы он был рядом со мной, чтобы мы могли поболтать. Хочу спросить его, как прошел день, что он будет
делать после школы. Повседневные дела сейчас являются для меня самыми драгоценными воспоминаниями. Я очень хотела бы вернуть те дни. Забавно, что такие вещи приходят в голову именно тогда, когда начинаешь пытаться шевелить отмороженными пальцами. Пипец. Уф. Опять долго топать. Чувствую, сестричка-то наша обоссается такими темпами. Как собачка в углу, она поссать не хочет. Ну, ладно. Хотя да, я ее понимаю. Даже если очень хочется в таком гадюшнике ходить в туалет, в уголочек, а рискуешь подцепить какую-нибудь бяку. Что это? Всю минуту. Звук фотоаппарата. Слышь ты, некрофил несчастный, что ты делаешь с трупом? Моришиге! Моришиге! Ты в порядке? Мочида, с тобой все хорошо? Омаймо Пучдаттанука. Рад увидеть кого-то из одноклассников. Классно, я цгайте. Ну, скажу тебе по секрету, ты уже видел кого-то из одноклассников еще до того, как мы пришли? Вон она на стенке висит. А, так, в принципе. Да. Скорее, ты рад видеть еще кого-то из одноклассников. Как ты через стенку это увидел, скажи, пожалуйста? Там же уголочек. Что? Что это такое? Это ведь был человек? Ужасное зрелище, правда? Похоже, раньше это действительно был человек. В этой смеси не так много мяса, думаю, что это была девушка. Я никогда не думал, что увижу нечто подобное, только взглянув на эту кашу, меня начинает рвать. Да, поэтому ты стоял с блаженным лицом и фоткал все это, да. Артист, блин. Во всяком случае, я рад, что с тобой ничего не случилось. Ты видел еще кого-нибудь? Нет, я только недавно пришел в себя. Вы первый, кого я повстречал. Но не первый, не ври. Сука. Мы с сестрой пока тоже никого из наших не встречали. Значит, ты не видел Майю? Повторяю в третий раз, вам уже обоим. Майю вы уже оба видели. Нет. Просто не знаете об этом. И я волнуюсь за нее. Уверен, что она сейчас дрожит и плачет. Нет, она уже не дрожит и далеко уже не плачет. Точнее, то, что от нее осталось, уже не может ни дрожать, ни плакать. Нужно скорее ее найти, я не хочу оставлять ее одну. Ну тогда, сиди у трупа. Не наверняка Сузумото сейчас тоже о тебе беспокоится. Что будем делать? Пойдем искать вместе. Нет. Если разделимся, то у нас больше шансов кого-то найти. Дебил, что ли? В хоррор-игре разделяться. Тоже мне умник. Еще немного поищу эти. Хорошо, тогда пускай класс 1А будет местом общего сбора. А ты знаешь... С некрофилом под боком ходить мне как-то стрёмно было бы. Да-да, иди, Моришиге. Если кого-то встретишь, что скажи, чтобы они все там собирались. Мы тоже будем так делать. Будь осторожен. Понятно. Братья, что это? Что с ним случилось? Успокойся, просто не смотри туда, идем отсюда. Ну что? Тот парень сказал. Иго. Я уверен, это не то, с чем кажется, идем. Ого. Что такое? Где бомбануло? Коридор светит сильный запах человеческой плоти. Ладно. Кажется, бздынькнуло где-то там, куда уперся
самым некрасивым. Ну-ка, дай сюда. Сохрани-ка мою шкурку. Свечка. Бесконечная. Что ж вы такие редкие? Ну да, было бы странно, если бы на каждые полметра стояла свечка, да? Было бы странно. Откуда у школьницы столько свечек, при том, что у нее и карманов-то нет? Это было бы логично, что свечек не так много. О, Пуцик сбегал. Что? Ясно. Туда нельзя, сюда не иди. А куда и можно, а куда и иди? Непонятно. Так, тупичок. Что у вас у всех так темно, а? Вам новая обувь не нужна, пацаны? Так, это мы видели. Ладненько, ладненько, ладненько. Хорошо, пошли обратно. Точно, ты же хотела в туалет, Юка? Ой, трупик. Чьи-то бледные останки лежат на полу. В клочках одежды можно заметить бейджик ученика. Малка Шиватари. А, тебя мы видели в тот раз-то. Точно. А че здесь свечки не поставили? Смотри, Юка, ведро! Юка! Ясно. Юке пофиг на ведро. Видимо, она не очень-то и хочет в туалет, просто мозги нам выносим, да? Юка, смотри, какое удобное пустое ржавое ведро. Учительский стол. Если действительно, если внимательно присмотреться, то можно увидеть какую-то надпись. Юи-сенсей, Юи-сенсей, мы ушли на ваше поиски. Если вы вернетесь раньше, то подождите нас. Мы вернемся. Братик, смотри, здесь говорится про Юи-сенсей. Знаю неаккуратный почерк Йошики. Несомненно, он написал. Как минимум, Юи-сенсей и Йошики тоже оказались в этом месте. Значит, мы будем ждать их тут, а не вернуться? Содана. Не знаю, может, хотя и не уверен, что они находятся в том же пространстве. Естественно, не в том же. Совершенно в другом пространстве, конечно же. Компур. Что? Кажется, запись изменилась. Запись еле видна, к сожалению, ее очень сложно прочитать. В учительском столе что-то написано ручкой. Я не могу разобрать ничего, что здесь написано. Ну-ка. Использовать гвоздодёрку в разбитый стекло. А ну. Так, осколки стеклянных ветвей повсюду разбросаны. Вы взяли маленький ключ. Гвоздодёр внезапно сломался, теперь он бесполезен. Жалко. А вот и я это убила, жалко сейчас. Чё за звук-то пошёл? Так, здесь мы были. Вот чего-то нам нужно применить ключ. Где мы могли видеть закрытые двери? Почему-то мухи у этого трупа срабатывают только при довольно большом расстоянии от него. Непонятно. Так, мы докуда-то дошли. Что? Коридор удлинился. Вау. Это тело ученицы, к нагрудному карману прикреплен белый бейджик. Старшая женская школа Мусашигава, класс 2-3, Мика Нарусе. Чихая-чан, Нана-чан, постарайтесь выжить. Как старшая, я не смогла ничем вам помочь. Простите. Те
Села ученица, книгу до дома карману. Чихая-чан. Короче, сюда. Выход вот это во второе крыло здания. У-у-у. Дверь заперта. Маленький ключик, кажется, подходит к этому замку. Попробуй. Дверь, ведущая во второе крыло здания, открыта. Даешь свежий воздух. Что еще? Здесь очень холодно. Второе крыло. Невероятно, эта школа больше, чем я думал. Дрожишь, да? Дайзёвка. Ты в порядке? Ого, все хорошо. Только еще Может, в второй части здания нам удастся отыскать туалет? Ну вон же кустики, перелезть через забор и... Кажется, мы можем легко перелезть через забор. Но как лес меня пугает, он кажется бесконечным. А лес окружает все здание. Думаю, что сейчас не самое важное. Нужно позаботиться о затруднительном положении людей. Йос, ико. Идем. Так, а мы можем отсюда слезть? Нет, не можем, наверное, да? Не лестница сейчас была. Там же шпидер из забора. А где трупик? Ой, доброе утро. Ой, это место совсем другое. Воздух не настолько потяжелел. То есть там еще была легкая прогулка, да? Братик, больно. Моя голова раскалывается. У меня тоже, в ушах звон стоит. Думаю, оставаться здесь долго небезопасно. Юка, можешь вернуться обратно в главное здание? Тебе определенно будет лучше там. Нет, я пойду с тобой, не оставляй меня одну. У меня все равно нет других вариантов. Хорошо, только перестань волноваться раньше. Ладно? Я тебя ни за что не брошу. Ого. Где мой спасительный Свечкин? Ну-ка. Эх! Ай, вперед! Поиск приключений во славу Родине. Шатается, шатается. По-моему, оно не к добру шатается. Налево, направо, налево, направо. Пошли направо. Что это? Мужской туалет за причинение вреда объектам туалета последует строгое наказание. Тут? О. Надеюсь, тебе повезет, сестричка. Зеркало покрыто плесенью. Все плесневело и зеркало. Ужасное зловоние. Я думал, ты скажешь, орхидеями пахнет. Не повезло. И здесь. Где же Ханако-сан обитает, когда если все туалеты в этой школе поломаны? А на всякую гадость ты писать не хочешь. Эх. Где тут женский туалет, а? Как много всего, а? Пока не хочу никуда подниматься или спускаться. Ой, дырка в полу. Еще дырка в полу. Может быть, с той стороны будет женский туалет. Бездынька. Восточный ход. Там восточный, да? Учительская, дверь как будто нарисована, конечно же, фиг вам. Что со светом в этом здании? Комната охранника, конечно же. Там что, дырка в стене? А, это просто ремонт криво сделали, да. Я поняла. Ага. Музыкальный класс, дверь закрыта.
Спасибо. Это было очень вежливо. Музыкальный класс. Дверь заперта. Сука. Издеваешься, да? Это ж наверняка ловушка, да? Идите вы в пень. О, ага. Один, один, один. Один, один, три, один. Один, три, один, два, один. Что это? Разлагающийся труп сидит на стуле. Старшая школа Лаксерн. Класс 24, Нао Такахаши. Каори. 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 Я снова хочу встретиться с тобой. Айдайо. Да, мы с тобой солидный список собираем, братон. Тут песенку повыше. Восточный хор, второй этаж. Что, тут все открыто? Серьезно? Я даже не привыкла к такому, это даже обескураживает. То кругом двери нарисованы, то входи куда хочешь. Художественный класс. Проклятый! Сука. Нашла куда зайти. Проклятый, сука, художественный класс. Этого мне еще не хватало. Мистер, не подскажете дорожку? Гипсовый бюст, который обычно используют на занятиях искусства. Не хотите подсказать, да? Я думала, что хоть вы разумный человек в этом дебильном помещении. Кажется, здесь хранятся акварельные краски. Давай послание красной краской нарисуем. Как раз в тему будет. В шкафу полно предметов для искусства, художественные ножи, масляные краски и прочее. Ножи особенно привлекают. Что там? Унита! А, братик! Там девушка. Я вижу. Я узнаю ее униформу, но, по крайней мере... Я не узнаю ее униформу, но, по крайней мере, она выглядит как живой человек. Ага, живой. Не шарик, светящийся огнем. Значит, живой человек, да? Она же как это милая. Давай поговорим с ней. Содана. Ну, давай. Только ты обоссышься с этого, скорее всего, разговора. Извини. Мы ученики Академии Кисараги. Вместе с одноклассниками мы выполнили странный ритуал, после чего потеряли сознание. А когда очнулись, мы поняли, что попали в ловушку. С тобой произошло то же самое? Ясно, без комментариев. И выражение лица даже не поменялось. Тут что-то не так. Девушка прицельно смотрит в угол с комнаты, при этом быстро открывает и закрывает рот, как будто повторяет какую-то молитву. И моргает свет. Братик! Ага. Ладненько. Давайте закончим серию, если она, конечно, с Климаком нас не напугает. В общем-то, это был канал Нокомец Парадокс, игра Корпс Пати. Если у вас есть совесть, если вам понравилось, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, просто потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока!